Магазин «Доброцен» – один из успешных примеров того, как крупный торговый объект может быть востребован в отдаленных микрорайонах. Достаточно удобное расположение, большая автопарковка, близость остановочного пункта – и это только часть плюсов, которые уже на счету торгового комплекса «Доброцен». Теперь жителям Дубровки не нужно проделывать большой маршрут за продуктами. Все и сразу можно купить в одном месте. Формат «Магазин-склад» пришел к нам из-за рубежа и сегодня пользуется особой популярностью. Люди приходят сюда, возможно, потому что цены здесь намного ниже, чем в других магазинах. Магазин-склад, в принципе, ничем не отличается от обычного супермаркета. Здесь можно купить продукты питания, в том числе мясную и молочную продукцию, бытовую химию, одежду и даже товары для дома. Ажурные бокалы, графины, блюда. Предусмотрели в администрации еще один аспект. Учтены интересы самых юных покупателей. В зале без труда можно найти большую секцию товаров для детей с куклами, пазлами, пушистыми игрушками и настольными играми. Кстати, закупаться в магазине «Доброцен» лучше сразу и основательно. Крупы, сахар, макароны, рис – могут полежать в закромах и несколько месяцев. Один раз купил по приятной цене и хватит точно надолго. На полках не так много популярных брендов. Магазин «Доброцен» предпочитает работать с такими поставщиками, которые вкладываются не столько в рекламу, сколько в качество продукции. Поэтому их товары стоят намного дешевле. Плюс грамотная политика ценообразования, опробованная и реализованная уже на 400 торговых объектах России, Казахстана, Беларуси. Когда приходишь в такой магазин, то сразу возникает вопрос, почему цены здесь на порядок ниже, чем в обычном супермаркете. Одна из причин – организация хранения выкладки товара. Здесь нет деления на торговый зал и склад. Все находится в одном помещении. С одной стороны, это оптимизация пространства, с другой – экономия на персонале. Его требуется меньше. А чем ниже затраты магазина, тем меньше наценка. Широкий ассортимент товаров по приятной стоимости может вскружить голову даже самому экономному и расчетливому покупателю. Ведь самые выгодные покупки в Доброцене. Популярный формат магазина, завоевавший доверие миллионов россиян, поможет теперь сэкономить семейный бюджет и жителям Бреста. Покупатели ждут по адресу улицы Лейтенанта Рябцева, 29/1, с 9 часов утра до 9 часов вечера без выходных.